А, это ноты похожи. Тише тут, все тут. Гвардало тонк, гвардало тинг, гвардало танк. Эй, сордито, интонсито, аллюцинато. Юнон ля скольда айма.
parliamo in tre. Notte senza lumicino, la terra d'un cammino, con più carne di lignini, filarmonia, per bronzo muro roccia, ostinata tua capoccia, con menturi di lignini, filarmonia, dunque va saluta tutti, lo siamo di tale tutti, alla larga da lignini, filarmonia. Прямо какого за ту? Ага. Прямо какого за ки? Прямо какого за ки? Турандот, ха 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 ха! Турандот, ха ха! Ragazzo demente, Turandot non esiste, non esiste che niente, le squali ti annulli. Turandot non esiste, non esiste. Turandot come tu. Tutti quei citruli tuoi fari, io voglio io i popoli. Tu ti annulli come quei citruli tuoi fari. Luna bacerà il tuo volto. Oh figlio, vai dunque che io solo tra figli al mondo la mia torturata vendicanza. Aiuto, non c'è voce modo che muova il tuo cuore feroce. E un lontano giorno e non sorridono e quel sorriso dolce mia fanciulla m'ascolta. Così bella, la vita così bella, non perdersi così, Правда, Алена, красиво. Я записал даже. Я даже записал. Пользуясь случаем. Поставим на телефон. Без волос? На рингтон поставим. Аленочек, поставим на рингтон. Только пол одиннадцатого. Да хорошо, это что? Так, что тут есть? Все так проснулись. Там открыто? Пол одиннадцатого. Кто кажет, что мы не работаем? О, еще раз на ансамбль. Всем привет, ребята, это мы на репетиции были. Вчера отпели это самое. Жалко, ты не остался на поклон. Тебе далеко просто ехать. Мне цветы подарили. Без
знаешь, цветы, потом корзинку и игрушку. А игрушку писал в виде Раминдада. Шили, да. Раминдада, прям его костюм. Вообще прикольно так сделали, да. А из чего голова? Пластика? Да не, какая-то как тряпочная, да, типа. Ну, на заказ, я так понял, делали или я не знаю, что, ну, в общем, такое. Ну, я коса. Я коса. Это бренд уже. Я даже побриться не успел. Представь, два люка, это все. Тебе и так. Чем хуже, тем лучше. Где Тиша? А он где-то мне из окна что-то... Не-не-не, таким голосом. Ну, где он есть? Где-то он, наверное, в 13. Он Собакевич. Сейчас мы разберемся. Сейчас мы разберемся. Где я Собакевич? А где Тиша, Свет? Я к тебе пришел спросить, где Тиша? Он упал. Привет. Слышишь, я открываю дверь, и Света говорит, а где Тиша? А я пришел спросить, где Тиша? Света, а где Тиша? Позвони. Позвони ему. А мы наниматели уже... Вот уже... Стоит в позе зю. Что такое? Тихо. Что-то украпчешь, что? Привет. Я думал, что вы сейчас начнете нецензурно выражаться. А, ой, да. Мы ничего такого плохого не сказали. Все, я спевал. Отпели, да. Ты участвуешь, Чиполлино? Да. Ты же собака ищейка? Что-то ты порыжил. Пошел? Порыжил. Ну, у меня же борода рыжая, Игорь. Серьезно? Ну, конечно. Ну, рыжая. Вот это же рыжий цвет, а это нет, правильно? Да. Да. Как твое здоровье, как самочувствие? Все хорошо? Хорошо. Ну, слава Богу. Ты на посту? Ой, конечно. Ну, еще лучше. У нас вино есть. Будешь поститься? Постить. Ну, ладно. Шучу. Дайте хоть... На посту посидеть, да, спокойно? Да, почувствовать хоть... Хоть что-то. Потрудиться в чем-то, хоть нормально. А мы не домой. А мы не домой. А, Игорь, подожди. Это ж тебе, да. Крашенко, я не знаю от кого. А это от Лили из Латвии. Боже, спасибо большое. Она тебе передала, посмотри, что там. Спасибо. Ух ты. Что такое? Даже не скажешь, что не надо было. Красотища. Что там? Ой, класс, это свечки. Привет. Собачка, какой даже жалко, боже. Я не буду. Боже, какая красота. И кошка, ну всем кошки дала, ну то кроме меня, ну это же вообще. Та шо чего? Если кружку с кошкой такой выпуклой. И Игорьку такую кошку в виде свечки, какая красота. Ой, пахнет. А ну. Красиво. Ой, а пахнет как. Латвийское, между прочим, производство. Ням. Да, я собаку понюхаю. Угу. Ой, пахнет, ага. Не зажигай, конечно, это будет у тебя сувенирчики. Да, тоже не испортится. Так как статуэтки. Угу. Слушай, мне предлагают таксочку. Игорь, не связывайся. Не надо. Не надо. Ты потом не будешь знать, как с ними выгуливать, как это. Успокойся. Что тут написано, что-то, наверное. Он у меня шкарявый. Игорь. А, Игорь написано. Вот, смотри, кто-то еще тебе... Это Лиля, да. Подарил вот такую крашенку. Так светится от окна. Спасибо. Да, это я не помню, кто крашенку, это раньше дарили. Поэтому. Есть свинцо, но тебе ты не будешь сейчас, да, я точно? Не буду, да, не буду, точно. Ну смотри, а чай будешь, чи уже и чай не пьешь? Чай буду. Ага. Не настолько постишь. Голову водичку не пьешь. Ну что, на тебя я разобью сейчас. Не настолько постишься, а? Ну что, вы это... Та попели Турандот, сейчас же этот самый Чиполлино следом. Сейчас будем Чиполлинить. Турандот или теперь Чиполлиним? У нас приезжают новые солисты из Киева. Ой! Господи! Перке гриди! Приезжают из Киева. Из Киева, ты знаешь их, да, Игорь? Ну, да, конечно. Ты учился вместе или что? Огурцом я учусь. А, огурец, это те, да, приезжают из... Киева будет петь Калафа, и зрите, и певица, как зовут, я не помню. Другую репетицию пришли.
Эй, друзья! О, Володя, что тут? Ну, конфету дай. Вот я. Не, помидор. Помидор? Я знаю, что ты готовишь. Это огурчик, Игорь, стой. Ну, музыка в студии. Я готов, я готов. Готов? Готов. Ну куда вы все пропали? Значит, я внушаю страх. Значит, вы меня узнали. И попрятались в страх. Вы должны бездарны дима. Никаких у вас нет прав. Эй, мастера, подтверди-ка. Кто здесь главный? Гав-гав-гав. Ангарода, расселение, воры, трусы и пули. Не уйти вам за межу, догоню и покрошу. Я в салат вас покрошу. Гав, а я вас укушу. Что со мною, я не знаю, отчего я вдруг чихаю, что за дивный запах круг. Эй, обнюхай их, мой друг. Живу на огороде, ты в саду растешь. На птицы прилетают, и цветные мотыльки. А у нас лишь пролетают колокольчики. Как непросто все в природе, мы с тобой как ночь и день. Ты растешь тут на свободе, а в саду сплошная тень. Только птичек пенье слышно, да и то в рассветный час. Ты морковка, а я вишня, но судьба связала нас. Но случаются ведь чудеса, повторяется все в жизни вновь и вновь. Внесок внезапно... Готовы. Эти зеленики, воры, меня за любимый вождь, новые планеты, и за воздух, и за дождь. Я собака, я ячейка, и не зря грызу я кость. Вижу каждого злодея, я вижу каждого насквозь. Что я вижу? Это домик. Кожа на руку на скорбь. Кто посмел его построить? Это тыква, мой сеньор. Как посмел без разрешения? Ну, злодей, теперь держись. Домик просто загляденье. Домик строил я всю жизнь. На чужой земле построен. А у Миши ты спросишь, как ты это все устроил? Как ты это допустил? Я всю жизнь терпел лишение, но собрал я 100 монет. Получил я разрешение, вот об этом документ. Ишь, какой ты свой брасный, я чайник, я мой главный. Я хозяин, я главный пред тобой. Помидорная наука. Ишь, какой ты свой нравный, да? Раз, два, три. Ишь, руки свои нравные, самозвай, если его. Я хозяин, я здесь главный пред тобой. Помидор, помидорная раз. Здесь я не знал. Познать бы надо, землю захватил и рад. Это дом по праву наш. Ну за что такая пытка? Забирают мой шалаш за моральные убытки. Но ведь он совсем малютка. Этот домик для вас мал. От такой собачьей будки я всегда, сеньор, мечтал. Я так строил, я старался. Не зря ведь он готов. Радуйся, что хоть остался. В этот раз ты жив-здоров. Класс. Сейчас номер, выход. Алла Борисовна. Я слышал, что ты... Недолго длилось наше счастье, недолго мы с тобою были. За что такое мне несчастье? За что судьба нас разлучила?
Ведь был ты маленьким и скромным, но ведь другого мне не надо. Теперь же я увы бездомный. Прощай, мой дом, моя тра. Я мечтал об утке, а теперь я вижу зря. Ведь теперь ни на минутку от нее уйти нельзя. Никуда не отлучиться, нужно домик сторожить. Ах, как хочется напиться, в смысле хочется мне пить. Домик, милый домик, славный, я скучаю без тебя. Я бездомный, я бесправный, без семьи и без жилья. Как обидно, страшно, жутко, разве я подумать мог? Превратился домик в будку. Мне в водице хоть глоток. Аня. Хорошее пальто. Давай. Боже, какое шикарное пальто. Слушай, Аня, расскажи за пальто сейчас. Она такая, давай. Боже, какое красивое пальто. Нет, шикарно. Нет, так правда, что это? Мне нравится. Ну такая, Аня подошла, у тебя новое пальто. Я говорю, красиво. Я говорю, давай скажем. Я включаю, Аня, давай. Супер, супер, супер. Такой красивый весь. Боже, какие у него ботиночки. А штаны. Куда ни глянь. Красота неземная. Боже, чтобы у тебя все только было хорошо. Спасибо, Аня. Ой, Боже. Шоколадка, я думала, вечер. А мы уже идем. Мне не дали, добрый день. Тело поднимется. Спасибо. Ты щедро. Леся, ты ж не схотіла бежать за ковбаской. Ви мене в комплексі закрили. Да ладно, всі вийшли і закрили мене в комплексі. Як это? Ти що так красиво? Ти таке відчуття, що ти туди смотришся, як в зеркало. Ні. Как зеркало, я так причесываешься. А я показываю, как... А у меня будет как лучше. На что вы хотите выделить? На что, туда заглядать? Нет, Сережечки, видишь, я себе... Это ручная работа. Это не Алена пока сделает? Нет, это я купила себе подарок на 8 марта и сделала... Как это называется? Ручная работа. Покажи, так ближе. Сейчас. Да, но маленькая совсем. Ручная Сережечка, это я в салоне. Да, ничего себе. Так что я себе сделала подарок. Сегодня была у нас 11.13 оркестровая. Потом, ну, оркестровая была. А, Леся, а сюда посмотри, немножко раньше. Леся, а немножко раньше посмотри. Ну да. Ну да, не оркестровая. Ну, естественно, аж уже себе выписан. Вот ты молодец. Угу. Завтра спектакль. Співка по князю Ігорю, мені нема, слава Богу. Сьогодні це? Ніхто не знає, там Брахманюк ушов уже. Не видели. Слухай, так сьогодні ж закреслили, не буде репетиції. Так чого ж ми паримося? Чого я жду її? А я не знаю, сьогодні не буде. Не буде. А що, я і тут должен бути? Так ти ж відмовився. Боже, а, це ж от це. Це ж от це, я думав стаціонарне. От завтра буде. А завтра буде? Явка, обов'язково. Нас уже Леха, слышишь? Леша, нас уже переписали. Бачим, Сережан, казався Демяненко. Хто ще отказався? Демяненко. А хто ще отказався? Да. Улькіна. А, ну правильно. Да, Улькіна, да, отказалася? Угу. Про Капінка, Сережака, Демяненко. Музикальне завтра. Мізансценна репетиція. Ух ти. Це во вторник. Князь Ігор Запорожжя. У нас во вторник, но мене нету там. В общем, мы такие. Вот такие. А, не, подожди. Не. А как это может быть, если что? Князь Игорь. Как я тут перепутал? То есть утром мизансцена, а вечером спектакль? Да, ты должен быть, получается, утром, представь. Вообще обалдеть. Утром ты должен спеть. Ты не придешь. Ты можешь рано прийти, потом погрузка сразу едешь. Ну, видишь, так написано. Да? 13 заканчивается, в 13 погрузка и в 14 выезд в Запорожье. А нет, ты не придешь? Серьезно. Да, конечно, один спектакль.